4 июня в Струковском саду состоялся 27-й фестиваль журналистики «Пресса-2022». Как изменилась карта СМИ за последние годы? Какие новые мероприятия готовит областное отделение Союза журналистов России? Как Союз журналистов взаимодействует с телеканалом «Самара-ГИС»? На все эти вопросы в эфире программы «Самарская среда» с Яном Налимовым на телеканале «Самара-ГИС» ответит Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России. Смотрите программу 8 июня в 18:15. Оставляйте свои вопросы на наших страницах в социальных сетях. Мы не оставим вас без внимания.